все, раз, два, три. Будем работать. Салтан, она понравилась, она вдохновляет. Все, пришли на вторую консультацию. Много там делаем видео. Вот я приехала домой, цене на обед, как я сказала. Мы пришли пообедать. Здрасте. В самом начале, пойдемте к нам ближе. Предлагаю вместе со мной выбрать десерт. И сейчас мы будем разгружаться. Никогда не отступаю. Концентрация. Вот, выбираю вот такой комбинезон. Именно на эту часть, именно на эту часть. На самом деле, чай от Фика. Все? Вот, ну и, в общем, сейчас она подойдет. Здравствуйте, Баян. Здравствуйте. У нас Powerband. Мы снимаем заключительное 8-е видео для Talent Gallery. Будете очень часто слышать слово «обожаю», потому что именно сегодня мы проведем день Салтана Джасин, где вы узнаете о моих хобби, увлечениях и род моей деятельности. В сегодняшнем видеоблоге мы заглянем в мой завтрак. После завтрака мы направимся с вами на 2 консультации. Далее мы с вами направимся обязательно на обед в самое красивое место. А потом мы с вами направимся в магазин, где я соберу несколько луков для себя. Ну и вечером я покажу вам, как я обычно провожу мероприятия или как проводятся мои съемки. Ну, в общем, со стороны посмотрите. Поехали. Каждый мой день начинается с теплого стакана заряженной воды. Моя отдельная любовь – это завтраки. Обожаю их готовить сбалансированными и красивыми. И самое главное – наслаждаться за этим процессом. Красивые завтраки – это мое хобби. Ну что ж, мы позавтракали, будем работать. Сейчас я вам расскажу, чем я еще занимаюсь, тоже согласно моему хобби. На самом деле, я неспроста нахожусь здесь, в салоне Абилита. Это салон отделочных материалов Европы и России. Я консультирую основателей данного бизнеса в миссии, в видении и ценности, а также помогаю им в медиапродвижении. Мы уже, в принципе, разработали, но хотя, на самом деле, изначально начиналось с того, что был запрос заснять видео, правильно? Да, просто на коротенькое видео, которое мы хотели снять о наших материалах и о нашем салоне. Но в результате мы начали сотрудничать. Почему? На основе того, что я... Ну, потому что Салтанат нам понравилась, она вдохновляет. Она, кстати, очень хорошие профессиональные советы дает. И вот мы, наверное, знаете, принимаем каждый совет как большое дело, внедряем это, и нам нравится, я надеюсь, это заметно. Все, пришли на вторую консультацию Zen Beauty. Давайте посмотреть, как все это происходит. Вот Зарина. А можно я приведу себя в порядок? Хорошо, но вообще-то всегда красиво. Давай. Мы с ней вот много там делаем видео разные. Вот в этом пространстве. Это мое хобби, как раз таки снимать. А еще мы ей консультируем про миссию, видение, ценности, медиапродвижение, как себя позиционировать, как доносить информацию до своего потребителя. В общем, обо всем мы говорим именно с ней. Сна, мне кажется, с тобой нам реально уже давно нужно сесть. Я знаю, что ты меня ждешь тоже. Вот то самое пространство, где я периодически частенько провожу свое время. Девочки знают это. Кажется, здесь можем мы уже углубиться уже в работу, и вы, наверное, понаблюдаете за нами со стороны. Основанный на моем опыте. У каждого же свой путь, ну вообще, ну не видит. И не могу я на это повлиять, это ее личная проработка. Так, после такого тяжелого рабочего дня я пришла на йогу. И сейчас мы будем разгружаться, предлагаю посмотреть, как все это происходит. Я когда-то училась в 2017 году на инструктора по йоге, поэтому йога, в принципе, для меня это такое, знаете, центр медитации. И, кстати, хочу отметить, у Титали это вот такая уютная зона, мандала, уютная зона, где можно попить чаю. Ну а мы сейчас будем заниматься йогой. И, кстати, обязательно сейчас покажу, как я стою на голове. Концентрируемся. Концентрация. Наконец-то открылась вторая локация в Нур-Султане моего любимого кондитерского бутика «Ля Крем». Давайте посмотрим, как все здесь сейчас происходит и чем нас здесь угощают. На днях делаю видеообзор этого события, этого прекрасного места, и именно поэтому обед мы проведем именно здесь. Пришли пообедать в моем любимом месте. Здрасте. Спасибо, хорошо, спасибо. И особенно здесь классный персонал, я обожаю. Это ребята, которые работали, да, еще в самом начале. Пойдемте к нам поближе. Вас как зовут? Мир.
Спасибо. Присаживайтесь на первом этаже, конечно, я на первом сегодня. Супер, супер, отлично. Предлагаю вместе со мной выбрать десерты, потому что здесь их огромное, несметное количество на самом деле. А это, кстати, цветы и букеты, которые остались как раз-таки с момента открытия. Я предлагаю особенно вот эти, их фирменная выпечка, выпечка ля крем, лучше самая вкусная, с вкуснейшим фисташковым кремом. Вы видели видеообзор? Нет, еще не, видели? Я уже выставила, и Дана, кстати, тоже выставила. Да. Вот ребята, это которые, наверное, с первых дней, да, в ля крем. Вы же работали в первой локации? Да, конечно. Да? Вы тоже, да, по-моему? Вот. Да, вы прям такие креативщики на самом деле. Мне очень нравится персонал, правда. Вместе с Даной, я обожаю Дану. Вот первый делал обзор, очень креативный, правда. Вам прям, знаете, вы являетесь как будто вот частью концепции ля крем. Поэтому мое признание вам, честное слово. Да. Здесь самая инстаграмная еда. Я сейчас предлагаю вам зайти в Zara и создать вместе со мной три лука. Вот, выбираю вот такой комбинезон. И теперь предлагаю второй образ. Думаю, на двух образах мы остановимся. Здесь внимание, вот мой менеджер, суперспециалист, который еще мне помогает, да, собрать мои луки. Ну что ж, путешествие по моему дню. Предлагаю вам вместе со мной заглянуть на одно мероприятие, на которое меня пригласили, где я обычно делаю обзоры, видеообзоры. Именно на этой части, на этом фоне мы снимали видео Street Style для Talent Gallery. Вот, а сейчас мы направляемся к Зарине Акшулаковой в I'm Different, потому что у нее сейчас в шоуруме будет в преддверии 8 марта мероприятие. А находимся здесь, в ресторане Фика, и решили подкрепиться перед тем, как зайти к Зарине Акшулаковой в ее шоурум на весеннее мероприятие. Очень сильно люблю, как вы, наверное, уже заметили, делать видеообзоры, создавать видео, да, делать контент интересным, монтировать видео очень люблю, набирать эти красивые кадры, делать обзоры на мероприятия, на события, на заведения. Обожаю найти алгоритм, когда я консультирую владельцев бизнеса, найти их алгоритм, как правильно им выстрелить в плане медиа, согласно их миссии и видению. Да. Очень люблю психологию, эзотерику, и вообще я заметила, что когда разговариваю с человеком, очень четко могу понять его, знаете, его боль. Не знаю, вот это вот, есть такое понятие эмпатия. Продолжаем мой день, и сейчас я нахожусь здесь, в I'm Different шоурум, оглянитесь, пожалуйста. Как выяснилось, я, оказывается, опоздала, все само действие активное началось в час, вот, и мы с Жулдыз опоздали, она тоже пришла. Во сколько ты пришла? В 4. Расскажи, что тебе больше всего нравится? Да, мне все нравится. Зарина всегда это что-то необычное, интересное, креативное, не как у всех. Короче, друг друга потешили. В общем, 8 марта. Этот видос, да. Вот-вот, короче, на 8 марта. Вот, на несколько. Здравствуйте, Баян, как вы? Ой, здравствуйте, Баян. Здравствуйте. Все отлично. Что вы там у нас красиво подарили? Ну-ка покажи, какая прелесть. Это у нас пауэрбэнк. Но при этом это еще и зеркало с подсветкой. А где вы такое нашли? Это где такое продается красивое, распрекрасное? Это у нас что? Адзимай сувениры, да? Соседи ваши недалеко. Зарина нравится? Да, конечно, еще бы. Я вообще люблю подарки. Нет, красиво. Красивое в виде, шикарно, классно. Выражаю огромную благодарность всей команде Talent Gallery за возможность проявлять себя с самой лучшей стороны.